Вам, кандидатам, будет доступна в том числе функция перемотки изображения. Теперь с паролями доступа к порталу видеонаблюдения за выборами кандидаты на пост губернатора Оренбургской области смогут увидеть процесс голосования на каждом избирательном участке. Сегодня завершают устанавливать оборудование. Наблюдать за происходящим на выборах круглосуточно могут все оренбуржцы. Правда, в специальном месте. В центре общественного наблюдения подготовлена вот такая видеостена, с которой будет транслироваться процесс голосования со всех избирательных участков нашего региона. И сейчас мы можем увидеть последнее приготовление к выборам. Вот, например, в Медногорске. Установлена камера. Сейчас камеры видеонаблюдения тестируют, проверяют работоспособность комплексов обработки бюллетеней. Электронными устройствами будут оснащены участки в 22 городах и районах. С их помощью сделать выбор смогут 500 000 человек. Особое внимание самим бюллетеням. Конечно, участковые избирательные комиссии сегодня до последнего будут готовить избирательные бюллетени. То есть, что это значит? Подписывать члены комиссии должны не менее 2 членов комиссии расписаться в этом бюллетене в специальном месте и проставить печать УИК. Тогда это будет считаться бюллетень установленной формы. Продолжается прием заявлений о голосовании на дому. Документ можно подать и в дни избирательного процесса до 14:00 8 сентября. Таким способом голосуют, как правило, по состоянию здоровья, в силу возраста, по другим уважительным причинам. Оренбуржцы с нарушением зрения смогут сделать свой выбор с помощью тифломаркеров – устройств для аудиовоспроизведения бюллетеня. Их использовали на выборах президента России. Закуплено дополнительное оборудование. Евгения Ивлева добавляет, было много запросов для голосования по месту нахождения. Воспользуются услугой мобильный избиратель более 93 000 человек. Елена Еремина, Игорь Бероев. Новости дня.